Совет Международной Федерации Футбола принял решение о расширении числа участников финального турнира чемпионата мира с 32 до 48 с 2026 года. Соответствующим предложением выступил год назад президент ФИФА Джанни Инфантино в рамках своей предвыборной кампании. Новый формат проведения Кубка мира вызвал неоднозначную реакцию. Многие опасаются, что в угоду коммерческим интересам турнир может потерять свою спортивную привлекательность. В финальной стадии турнира участники будут разбиты на 16 групп по 3 команды, по 2 лучшие из них выйдут в плей-офф. Окончательное решение по распределению квот для конфедерации пока не принято. Как ожидается, Европа получит 16 мест вместо нынешних 13, а Африка отправит на чемпионат 9 команд, а не 5.